броску на велосипедной языке пелотону. Итак, 145 километров, 4 промежуточных финиша и очень зажигательная, очень интересная и гонка, которая не даст скучать никому. Ну а нас сейчас ожидает сразу после того, как гонщики уйдут на первый круг награждения те, кто отличился в своих возрастных категориях в гонке мастеров. Для Владимира Коля сразу отличились 17 гонщиков. Сразу же все гонки будет сегодня предельный до самого финиша. Вчерашний 176